Всем привет! В этом видео я вам покажу нанесение самой легкой декоративной штукатурки, которая требует минимум инструмента, из которой справится любой желающий. Погнали! Итак, нам понадобится валик и две испанские кисти. Первое, что нам нужно сделать, это закатать нашу стену акриловой краской. После полного высыхания краски мы берем наш декоративный материал с эффектом песка и будем наносить его в технике песчаные барханы. Из инструмента нам понадобится две кисточки. Одной кисточкой мы будем наносить сам материал, а сухой кистью его будем приглаживать. Итак, какие этапы работ нам нужно произвести, чтобы качественно нанести этот материал и добиться классного визуального эффекта? Первое. Материал наносится на идеально ровные стены. Подготовка стен под покраску. Второе. Стены должны быть обеспылены и загрунтованы грунтом глубокого проникновения. Третье. Покрываем нашу стену валиком с небольшим ворсом в два слоя. Четвертое. Хаотичными движениями испанской кистью наносим материал примерно на площадь 2 квадратных метра. И пятое, сухой кистью начинаем приглаживать и формировать рисунок. Почему в своей работе я использовал акриловую краску от производителя ВГТ, а сам материал от производителя Prestige? Это такие тонкости, о которых я рассказываю на своем курсе для начинающих. Хочешь научиться делать топовый декор? Приходи на обучение. До встречи!